фильм. Индор Синема представляют. Свершилось. Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль впервые в России. Константин Лавроненко. Новая звезда мирового кино. «Изгнание». Фильм, который ждали. «Изгнание». Гордость российского кино. «Изгнание». Новый фильм Андрея Звягинцева. Их будущее предрешено, но путь к нему они выбирают сами. Любовь, отчаяние, Вера, смерть. Если так будет продолжаться, все умрет. А я не хочу рожать умирающих. Только самая страшная жертва никогда не бывает напрасной. Что мне делать, Марк? Хочешь убить — убей. И отправь. Хочешь простить — прости. И отправь. Константин Лавроненко. Александр Балуев. Мария Бен-Ли. В новом фильме Андрея Звягинцева «Изгнание». С 4 октября в лучших кинотеатрах страны. Фильм, который ждали. «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля.